Всем привет! Вот переделал из струйного принтера в плоттер, если можно так сказать. Что про него можно сказать? За место коллекторного двигателя поставил шаговый двигатель. Сам он шестипроводной, униполярный, но сейчас работает как биполярный. Тут каретка от Флоппи, биполярный движок. Ну а тут стоит самый дешевый движок с редуктором. Их продают на Алиэкспрессе примерно по доллару. Ну, управляется все это дело RAMS. Почему RAMS? Потому что пока мы ждем 3D принтер, надо было ее куда-нибудь пристроить. Тем более этот принтер у меня уже давно валялся сделанный, просто не было для него электроники. Ну, питается он с блока питания вот такого. Ну, это как у меня лабораторный блок питания. Что еще могу сказать? Скорость по оси Y 8000 миллиметров в минуту. По ICX, короче, я не помню, но похожу потом. По ICZ скорость около 2000 миллиметров в минуту. Вроде тут родная шестеренка с родным ремнем. Вот этот движок, он 5-вольтовый и греется, но сейчас он питается вот от 10 вольт, поэтому я поставил вентилятор, чтобы его охлаждать. Сейчас рисуется портрет Че Гевара. Вот рисунок. Вот тут видно косяк. Ну а так-то в принципе неплохо. Что еще могу сказать насчет вот этих полос жирных? Я так понимаю, то что это я поставил большую скорость вот для этого движка. Когда перемещение маленькое, ускорение получается большое, и он, похоже, не справляется. Надо поставить поменьше скорость, и он будет работать. Вот рисунок. Вот тут видно косяк. Ну а так-то в принципе неплохо. Что еще могу сказать насчет вот этих полос жирных? Я так понимаю, то что это я поставил большую скорость вот для этого движка. Когда перемещение маленькое, ускорение получается большое, и он, похоже, не справляется. Надо поставить поменьше скорость, и он будет работать. Теперь по программной части. Управляется с помощью ESTCAM. Нажимаем файл, открыть, ну и какую-нибудь картинку. Допустим, эту. Тут, короче, два режима работы. Построчный и, как бы сказать, векторный, что ли. Ну, я выбираю построчный, потому что у меня скорость по Y слишком маленькая. Упс, ручка кончилась.